Два гонщика, и лишь один из них попадет в финал. Поехали. Смотрите, как Чевчан преследует Шенахана на подлете к первому повороту. Пошла жара. Видали? Видали? Но Чевчан от Шенахана не отстает. Шенахан тем временем идеально чертит внешнюю траекторию, а Гоча сзади на внутренней едва в него не влетает. Да он в этом дыму еще умудряется не отстать. Синхронная перекладка. Да как такое вообще возможно? Как он это делает? Оба пилота реально валят в полную силу. У стены Чевчан вплотную подъезжает к двери Джека Шенахана. Он прессует ирландца просто по всей трассе. Такое вы можете увидеть только здесь. Давай еще! Вся машина уже по пизде!
машина стоит, колесо крутится. Go, go, no, go beside him.